7-728. Зарина Гизикова закончила выступление и смотрит с края площадки за Ольгой Беловой. Среди тех гимнасток, которые могут претендовать на место в сборной чемпионат Европы, Ольга Белова не называлась. Впрочем, Оля и в прошлом году стала чемпионкой мира в команде, и до этого собрала множество титулов. Поэтому вот сейчас у нее такая стадия осмысления. Нужно разобраться, стоит ли ей дальше заниматься гимнастикой или заниматься чем-то еще. В концовке упражнения слишком мало музыки осталось на то, чтобы сосредоточено.